Я такие сделала рулетики с яблоком. Я их посыпаю снежком. Вот такие вкусные с орехами и с яблоком. Такие рулетики. Я их подсыпаю снежком, немножко припуриваю. Ну, типа как они такие присыпленные сахарной пудрой. А это такие розочки, опять-таки, я сделала с орехами, с яблочками. Я их сейчас вытащу. Я их просто вытащу на тарелку. Вот они так крутятся красиво. Прямо каждая в своей чашечке. Крутятся. Они такие они рассыпчатые. Тесто очень тоненькое. Для кофе или чая это такой десерт шикарный, просто шикарный. Вот я их сначала немножко покручу, чтобы легче было вытаскивать их. Ну просто красота. Сладкоежки. Сладкоежки, где вы все сладкоежки? Сладкоежки. Какой шикарный десерт. Шикарный, шикарный. Шикарный, шикарный. Вот такие рассыпчатые, очень рассыпчатые. Ну, это типа как штрудели. Просто я их хочу вытащить. Когда я их вытащу, я их, конечно, посыплю сахарной пудрой. Вот такие розочки красивые. Я их припорошу. Припорошу снежком. Ну, теперь, пожалуйста, можно сделать чай с лимоном или кофе. Вот. И приятного, приятного.